Как говорят шеф-повара, мясо обязано отдохнуть перед тем, как его потреблять. Если вы еще поете в момент, пока оно отдыхает, то оно будет еще духовно пропитано. Споем, что ли? Попробуем. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. И мир он назвал.